У нас был sleepover party. И в 12 часов ночи мои нервы сдали. Сегодня мы гонимся в магазин Sam's Club купить стандартный набор потребителя. Остальное посмотрим. Поэтому Sam's Club и Костка рулят. А вот фиг вам. Ну все, идем в магаз. Ну ладно, блин. Давай. Ты сегодня дерзкий. Тачку давай. Сережа. Я не хочу в них купаться. Гулять, разрешать тебе выбрать курицу? Офигеть, нет, развод. Ладно. Я тебе тоже тогда ничего дарить не буду. Хорошо, Uber можно вызвать по холодильнику. Блин, она просто бомбически вкусно. Это очень... Да. Полезно. Ну, я мечтала ее здесь купить. Бери тот, который потолще. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Сегодня мы гонимся в магазин Sam's Club. Он стал дешевле на $2. Ну тут же сколько, ну. А вот фиг вам. Он стал дешевле, потому что он стал меньше. Почему? Потому что это не галлон. Короче, нас разводят, походу. Значит, должен быть где-то тот сок. Давай вперед. Ну смотри, получается у этого 2,84 литра. Галлон. Галлон почти 4. 3. Пойдем посмотрим. Так, ананасовый не нужен, Антоши, так сказать. Ну, вот. А здесь он 6,48. Он здесь 6,48, потому что... Почему? Те же самые бутылки за это. 2,84. Не понял. Идем смотреть. Это странное. Не короче, понятно. Sam's Club разводит покупателей. Оставили старый ценник, но поставили те же самые маленькие бутылочки. И пришлось проверить и там бутылку. Они везде по 2, ну, грубо говоря, около 3 литров бутылка. Но ценник стоит на $2 дороже. Так, кофе я не хочу. Кофе. Поэтому смотрите, что покупаете. Не думайте, что вы купили дешевле. Просто на другом стеллаже не убрали ценник. Давай, пойдем, не давай пройдем. Что за штучки? Это если джем, как они, страубери? Нет, это не то, что Сашка кушает. Это то... Пинобаттер джелли? Нет. Это... Я их называю как тостики. Внутри в них вареничко, оно может быть разное. И что? Очень это вкусно. Особенно, когда в микроволновке погреть и с молочком. Они бывают с разной начинкой. Мы покупали разные, мы пробовали с разными джемами. Ну, в общем, когда сезон на всякие тыквенные вещи, да, не стоит покупать выброшенные деньги. Ну, по крайней мере, если вы не суперфанат, ну, так подлосоваться можно. Что за грызло? Это такое рисовое. Пиноккио грызло. У нас есть эти самые, да? Ну, короче, тут куча всяких батончиков, снеков, перекусов. А покажи вот это вот яблочное пюре. Здесь оно стоит 3 упаковки, 5,94. В центах можно точно такое же пюре за одну баночку за 99 центов купить. Это если вы садитесь на диету, садитесь вот если, на такие баночки. Или если вы вырвали зуб, вы не можете ничего кушать. Откуда я так точно знаю? Это шоколадные барчики. Мандарины мы хотели посмотреть. Протеиновые батончики. Вот такие замечательные. 14 батончиков, $17. Так что, идем батоны смотреть. Ну, батоны. Фу, блин, говорю про батончики. Что у нас тут получается? За монстров, за наших. Вот такие цены за упаковку. Ну, это получается дороже, чем по доллару. А в центах они стоят по 99 центов. Хорошо, что нам не надо такие баночки замечательные, да? Ее кто-то уломал уже? Ну да, неплохо. Набор контейнеров, 8 штук. Сколько стоит? Не видно. 29. $29.
Ну, как-то да. Я бы сказал 30. 3 с налогом. Ну, идем посмотрим мандаринки и куда двигаем дальше. Куда ты идешь на мандаринки? Я хотел еще вон к этому киоску подойти. Пошли к киоску. Так киоск-то на выходе уже, а нам же мандаринки надо. Мандаринки сзади у нас обычно. Да. Ну, сзади, ну, молодец. Поехали. А если чипсы покупать, то $1. А если у кого-то нету часов, то можно купить курант. Подойди к ним, чтобы было видно размер. Так, мандаринки. Хотели купить для Маринки мандаринки. Ну, походу, только арбузики сегодня можно купить. Да, на входе. Да, на входе. Тогда пошли через... Нет, там были апельсины, по-моему. Так а что ты не брал? Ладно, идем, берем тогда во Фриоске что-нибудь там, нам что-нибудь дадут, наверное, сегодня. Может, помыться или погрызть чего-нибудь. Подожди, вот сок стоит. Вот, 6,48. 2 по 128. Так что тут не берем? Обычные галлоны. Можем взять тот... Можем взять этот, а оно получается то же самое, наверное. Ну, тогда нет смысла. В общем, они что-то мутят соком. В этом складе кормят вот такой какой-то вкусной кашей сегодня. Похоже на овсянку с куриной какой-то приправой, но вкуснятина редчайшая. В общем, очень вкусно. Так, ну что, сегодня будем брать... Доставать мне свою? Я свой достану. Ну, зубную пасту будет раздавать? Я хочу похвастаться. Ну, давай. На чем ты будешь хвастаться? Что, у тебя карточка был... есть? Да. У нас был мамин день, и дети готовили нам подарки. Сереж, снимешь, покажем подарки дома. Да. А вот это мне Антоша сделал брелок на мамин день. Вот. Покажи вот эти вот, там красиво написано, как это бумага, которую мы рисовали и запекали. Да, везде написано. Это, короче, кто знает этих... Сережа быстро подсказал, кого он тоже смотрит. Марвел, эти герои, как он... Ну, кто собирал все камешки. Я так говорю, как умственно отстал ребенок, который пытается передать какую-то речь. В общем, Антоша подсадил меня смотреть кино Марвел. Но я его смотрю с ним за компанию, но не особо вникаю, честно говоря. И вот в последнем или в предпоследнем фильме мы смотрели про какую-то перчатку, в которую надо было собрать какие-то камни. И кто их собрал, тот... Ну, короче, тот вообще все. Хозяин всея вселенной. Так... Но Антоша считает, что они мне нравятся, и вот он для меня сделал и перчатку с этими камнями тут, и в общем, мне больше всех из всей этой компании понравилось, когда я как раз в этот момент на тренажере занималась, да, я аж бежать перестала. Это, я не помню, какой по счету этот фильм из этой коллекции, из этой всей Марвеловской, когда на Тони Старк, это человек, железный человек, если что. Когда на нем это новая его броня. У меня аж дух захватило, товарищ. Вот как красиво мне Антоша сделал. Ну давай, показывай, продемонстрируй нам, как Фриос работает. Да. Я просто похвастаться хочу. Давай, вот ты можешь свои это, знаешь. Ну смотри, где у тебя? Вот он. Тяжелый. Это костка. Зачем тебе костка? Потому что я женщину запасаю. Ready tabs, noticeably fresh breath for 4 hours, anytime, anywhere. And Colgate Total is the number one brand recommended most often by dental professionals. Bring out the best in your breath. Listerine Ready Tabs give you noticeably fresh breath for 4 hours, anytime, anywhere. And Colgate Total is the number one brand recommended most often by dental professionals. Bring out the best in your breath with Listerine and Colgate. Buy some today. Mm-hmm. Да. Поиски мандаринов продолжаются. Пока идем мимо садовой мебели. Смотрите, как красиво, с барной стоечкой. Но. Где наши мандарины? Совсем на выходе, что ли, блин? Выходи.
Мне кажется, в тебе живут воспоминания. Пойдем еще раз пройдем, посмотрим. Какие садовые эти самые вазы. Можно бассейн купить, по-быстрому наполнить. Сколько он стоит, интересно? Опа, 160 там что-то, по-моему, была цена. Можно за 30 здесь поменьше. И я не смогла уговорить Сережу купить тот диван. Мы пока в поиске. В раздумьях. Ой, вот, ну это потому, что мы его так ищем, да? Просто дело в том, что если в Беларуси когда-то в свое время увидел диван и надо хапать, то здесь сегодня увидел один, а завтра увидишь другой. Ну вот он стоит поломанный и никому не нужный. Да, смотри, у него точно так же сломана эта спинка. Вот она. Они плохо собрали. Уже и вывалилось это, блин. Но они его плохо собрали. Да, они его плохо собрали. Вот, провода там, короче, вывалились и валяются. Ну, я не знаю, подумай, если хочешь, то... Так я хочу, так ты не особо хочешь. Поэтому... Мы его потом купим когда-нибудь. Ой, кот. Я говорю, мы так с тобой его покупаем, а так что мы так долго еще покупали? Какую-то вещь мы долго покупали. Мы покупаем быстро, только то, что нам очень надо. Договор нам не надо. Тут мы не проедем. Ну ладно, пойдем, наверное, мандарины посмотрим. Мы быстро мандарины покупаем. Ну пошли быстрее покупать. Пошли купим быстро мандарины и все. Не, ну диван реально нормальный, можно брать. Но мы еще не созрели. Ты его даже не узнала при этом свете, видишь? Ой, ну ладно. Можно купить холодильник, лыжи. Почему у него цены нет? Да, ну вот он точно такой же, как у нас. Зайка, он намного шире. Шире? Шире намного. Да, ну ты что? Он вот как раз в нашу дырку, потому что наш стоит, и у него есть щель. Он шире, реально, зайка. Ты что, я вижу, что он шире. Так вот странно, цены нет. А иди покажи вот этот. За 2500. Микрохолодильник какой-то. Да? Что за это? Я говорю, микрохолодильник. Ну, у него из-за того, что вот это вот морозильный аппарат, пол холодильника съедается, мне кажется. Мне нравится, не что знаю. Есть вот эти доводчики в морозилке. Это, ну, это прикольно. А мне больше понравился тот лучше широкий. С одной дверкой. Мне эти как-то двухстворчатые. Так себе. Он, конечно, красивый, но... Нет. Где 800? С монитором будет. А что он мониторить будет? Холодильник с планшетом. Тыц, тыц, тыц. Говорящий холодильник. Он к Wi-Fi подключается, боже мой. Будет вам показывать погоду, какие-то приложения. Вау. Что, по холодильнику смотреть телевизор, что ли? Прикольно. Музыку слушать по холодильнику. Раз, включил Пандору. Не хочешь Пандору, что, фотографии посмотреть или что? Амазон. Еду выбирать, да? Прикольно. А вот устройство морозилки мне не нравится. Убер можно вызвать по холодильнику. Я думаю, Uber Eats здесь можно вызвать. Uber by Samsung. Не очень. Не знаю. Короче, я бы вот взял тот LG. Одностворчик и без планшета. Планшет бы просто отдельно мне можно было купить. 2800. Не знаю, мне нравится. Кот, пошли за мандаринами, а то мы сейчас еще и холодильник выберем. Пошли. Да. Ну, не знаю, мне двухстворчатые холодильники как-то не очень. Высказывайте ваше мнение, будет интересно, но мне вот очень понравился тот LG. Он очень широкий, очень глубокий. Да, мне кажется, наш
очень удобный, мне кажется, из-за этого. Что это за резиновые кроссовки? Да, я пойду посмотрю. Резиновые ботики, смотрите, классные. Прикольно. Пуск назад не становится. $25. А что ты выбираешь? А я смотрю маленькие эти для купания. Маленькие купальники. Тоже с такой мальчиком. Зайк, у нас у Сашки есть хороший. Ну что, посмотри. Вон Микки Маус классный, доски несет, смотри. Такой веселый. Так хоть посмотреть, ну, как кто-то смотрит. Ладно, пошли уже купим мандарины и, наверное, поедем куда-нибудь. За помидорами и авокадами. Ну, короче, наверное, мандарины остались в памяти просто с прошлого похода. Ой, ну ладно. Вот там апельсины лежат, я вижу, да. А рядом мандарины. А рядом мандарины, да. Значит, ты заметила их, а я не заметил. Опа. Так, берем мандарины. 4,86 за 5 лб. Какие-то зеленые за... Давай повыбираем. Не бери зеленый. Что тебе хочется еще выбирать? Не, ну там много зеленых было. А эти вообще некрасивые. Вот эти надо. Как тебе такие? Хочешь вот? О! Давай. Большие не всегда. О! Ну одну больше лучше. Да. Пошли. Выбрали самые лучшие мандарины и пошли на кассу. В общем, мы самообслужились. В общем, Сэмс Клаб умудряется создать очередь даже там, везде. Где ее нет. Он создает очередь даже на выходе, когда чек проверяют, даже там они умудрились создать очередь. Вот в Костко последний раз мы были, там вообще все четко было, блин. Вообще все кассы работают, плюс самообслуживание кассы. И 1-2 человека в кассу очень быстро. А здесь и в кассу стоишь, а сегодня на кассе самообслуживания еще какие-то подошли, блин, со своей тачкой, прямо придвинули к нашей. Дышали нам. И стояли, дышали в спину. Такое впечатление, что, блин, прямо вот им горело. Хотелось бы сказать им, куда отойти, в какую кассу. Вот, но вообще, да, мы добрые и веселые. Но иногда кому-то надо что-то сказать. Вот, а чек у нас получился. Из-за этих людей мы не смогли и компьютер сфотографировать, потому что, ну, как-то, когда... Тебе всячески тачкой подпирают, то кажется, уже надо отойти и дать им уже пробить их. Две коробки. Ну фиг с ними, короче. $120. Тебе на часы чек приходит? Нет, на часы. Блин, у нас подготовка к этим соревнованиям, честно говоря, да? Такое ощущение, что я участвую в подготовке Олимпийских игр. Мы постоянно с тренером на связи, помощником тренера, которая форму для команды заказывает, плюс постоянно меняются места тренировок. В общем, и вот это опять помощник тренера. Ну, ты можешь заканчивать, потому что... 120-80, по-моему, да? Ага, сказала мама, глядя в тренерский. Ну, потому что ну, мне... скажи нам, закончим, а потом будем с тренерами разбираться. Да-да. Итак, у нас $120.80. Ну вот так, как-то сегодня у нас даже получилось больше, чем в Костко, но мы набрали как-то вот такая вот полная тачка, потому что в Костко там у нас полная тачка воды была. Ну да, и сегодня мы брали какие-то там вот два микса, креветки. Кстати, дома будем разбирать, да? Ну, всякие салаты, кажется, это увидите. Мы это все брали, наверное, вот только вот эти овощи мы не брали и креветки мы. Здесь ну посмотрим, может сюда и включим. Все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Мы ждем хорошей погоды. Вот солнце, блин, такое через тучи. Глаза, как есть. Глаза жмурятся, а солнце вроде не видно. Но... Что самое интересное, в такую погоду еще можно и загореть. В прошлом я году, вам скажу, даже не загореть, а сгореть. В прошлом году на такую погоду у Катаринки выпал день, когда 4 классы празднуют окончание учебного года. Это день в июне бывает. Каждый их выводят в парк, они там устраивают, ну, типа соревнования, все. И вот я что-то с утра такая глянула, ой, солнца нету. То ли я ее за... Наверное, из-за солнца, из-за этого, из-за тучи я решила ее не
мазать кремом. А у Катаринки очень чувствительная кожа, и вернулась она бордовая оттуда. Хотя до конца дня вот такая вот была какая-то погода. Поэтому, если вы в Калифорнии, и если с утра не видно солнца, но вы знаете, нужно, что уже равно... погода теплая, жаркая и солнечная, нужно все равно использовать, надо мазаться. Средства защиты. Все, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Не забудьте поделиться нашим видео. И увидимся в новом видео. В новом видео. Пока-пока. У нас не было рубрики «Авто на парковке». Сегодня вот такой замечательный H2 Hammer у нас сегодня на парковочке стоит. Перламутрово-синий глубокий цвет. Вот такой красавец вообще. Со специальными номерами, ну, в смысле, с заказными. Какие у него ручки интересные, оригинальные, сейчас я вам покажу.